Безотносительно. Хочу я раскрыть посерьезнее вопрос с экспериментом академика Беляева из Новосибирска. Я говорил о нем ранее, но как бы это сильный момент, важный момент, и надо рассказать о нем поподробнее. Собственно, в чем состояла суть эксперимента? Он был начат Дмитрием Константиновичем Беляевым и Людмилой Николаевной Труд. Вот они перед вами. В 59 году. То есть очень давно они как бы долго это делали все. Эксперимент начался с формирования выборки серебристо-черных лисиц, взятых на ферме. Лис там выращивали на шкуры для шуб и т.п. Вот это то, о чем я говорил. Понимаете? То есть они лис брали не из леса. Они уже были так или иначе к людям адаптированы. Ладно, дальше. Идея заключалась в том, чтобы воспроизвести на лисах тот же процесс одомашнивания, через который в прошлом прошли волки, давшие начало домашним собакам. Не знаю. С этой целью среди потомства серебристо-черных лис стали проводить отбор лисят, демонстрировавших лояльность и дружелюбие по отношению к человеку. Для проведения отбора была подобрана методика, позволявшая определить, в какой степени каждому лисенку свойственно проявление страха перед человеком или любопытство по отношению к человеку. Эта простая методика заключалась в анализе поведения лис в возрасте около 6 месяцев на следующие ситуации. Экспериментатор стоит около закрытой клетки, не пытаясь привлечь внимание животного. Это первая стадия. Вторая. Экспериментатор открывает дверцу клетки, стоит рядом, но не инициирует общение. Третье. Экспериментатор протягивает руку и пытается прикоснуться к разным частям тела животного. Четвертое. Экспериментатор закрывает дверцу клетки и спокойно стоит около клетки. Видеозаписи испытания затем анализируют, чтобы оценить поведение животного по ряду критериев признаков. От наименее пугливых лисят получали потомство следующего поколения, а затем снова повторяли процедуру тестирования и отбора. Уже в пятом поколении начали появляться отдельные особи, которые демонстрировали влечение к общению с человеком, сравнимое с таковым у собак. Со временем таких становилось все больше, признак добродушия усиливался. Сейчас все лисы этой линии демонстрируют настолько по-собачьи преданное игривое поведение, включая даже лай и защиту хозяина, что некоторых из них продают в качестве домашних животных. Я это подтверждаю, такую лисицу я видел, встречался с ней, пыталась еще хозяйку защищать, хотя я хозяйке ничего не делал. То есть ведет себя точно так же, как собака, один в один. Надо сказать, что в ходе эксперимента еще один интересный момент проявился. Но если так вот по-честному смотреть, может быть, где-то здесь и есть то, почему у собаки сросшихся позвонков нет. Ну, хотя тут изменения более косметические, так скажем, чем какие-то серьезные анатомические. Там пятна на шкуре, хвост закручивается, уши провисают. Ну, на основании этого Беляев ввел такое понятие дестабилизирующий отбор. Ну, вместо стабилизирующего отбора, который как бы по теории эволюции идет. Ну, стабильный, так скажем. В естественных условиях в природе. Вот. Но это, пожалуй, все по поводу эксперимента.
Значит, что я хочу сказать по итогам вот этого эксперимента? Что он доказывает, в принципе? Что можно лису одомашнить? Да. 45 поколений для этого надо. Ради бога. Ну, положим, не 45, тут передергивание есть. Там же я обращал ваше внимание, речь идет о зверосовхозах. Там лисы не лесные все-таки, другие. Но тем не менее, ну, допустим, 50 поколений надо. Реально так. Ну, тогда я буду настаивать в том, что зверохозяйства существовали в верхнем палеолите. Вы представьте себе, сколько человека часов занимает подобная работа и подобная лаборатория, в принципе. Сколько там сотрудников носились с этими лисами. Это я хочу отметить, что это работает все только в режиме строгой изоляции, потому что с породы, если будут с дикими мешаться, то ты не выберешь тут лояльный к человеку вид. Вот. То есть, получается, подобные фермы в верхнем палеолите были повсеместно, потому что одомашнивали кучу животных. Слушайте, ну это реально вообще нет. И основная эта идея, сейчас-то академик Беляев понимал, что он хочет от лисы, чтобы она была похожа на собаку. То есть надо допустить, что первобытный человек хотел сделать похожее на собаку тура, дикого кабана. А он вообще знал, получится это или нет дело. Надо бы эксперимент сейчас провести с кем-нибудь более серьезным, вот типа лося, например. А, кстати, с лосем же пробовали. Лося домашний пробовали, и ничего не получилось. Понимаете? То есть первобытный человек должен был понимать, что он получит в сухом остатке. Домашнюю свинью и корову, к примеру, или лошадь. Откуда он мог это знать? В любом случае, человек всегда мыслит рационально. Но не было у них там этих 50 поколений, времени не было и возможности для реализации подобного плана. Там, извините, металла еще не было, дерево и камень. Ну, загон они, конечно, могли сгромоздить. Ну, так, чтобы из поколения в поколение выводить какие-то виды, да это чуже натурально. Ну, блин. Поймите сами. Представьте себе вот эту вот всю ситуацию. Вот. И теория антропогенеза выглядит таким образом, вот эта вот пирамидка такая, что один кирпичик вытащил, и все посыпалось. И поэтому все, конечно, ученые, они цепляются за каждый кирпичик. Так кирпичи-то все трухлявые, нет ни одного нормального, это все упирается в веру. Верят, что человек так сделал, произошел от обезьяны и все остальное. Слушайте, вера, это категория не из научного мира. Это категория из религии. Оттуда. И вот это вот все свидетелей не сохранилось с того времени, и все остальное. Сохранились или нет свидетели? Ну, нужно мыслить логически. И неправдоподобные это версии, ну, просто не предлагать. Но если на одомашнивание животного надо 50 поколений, да пусть 30, пусть даже 20. Но никто бы не стал в верхнем палеолите этим вот заниматься делом. Если тем более еще они в земледелии там заняты параллельно. Скотину-то эту кормить же надо еще. А что ты в сухом остатке там получишь? Ну вот так вот. Как-то вот это все выглядит. То есть у Беляева в принципе получилось закрепить вот этот наследственный признак доброжелательности к человеку. Это, конечно, великолепно. Лисы оказались прекрасным материалом. Вот почему мы не лисы, кстати, интересно. У нас, кстати говоря, у людей навык-то не закрепляется вот это. Мы рождаемся дикими животными. Без морали, нравственности, ценности. Все это нам дает социальная среда, где мы рождаемся. Родимся в животной
социальной среде. Мы будем животными, я уже говорил об этом. Это вот так все устроено, так все работает. И таков этот мир, надо вот это вот принять и понимать. И не придумывать там никаких историй с австралопитиком, со всем остальным. Но если мозг решающую роль такую играет, почему он при рождении самостоятельно не может, вот этот навык улиса, к примеру, закрепляется, навык доброжелательности к человеку. У собак он закрепляется. А людей, вот вы вдумайтесь, я рассказывал уже об этом. Человека каждый раз надо переобучать. Ну, грубо говоря, вот приручили мы волка, у него есть дети. Так вот, детей, которые родились у прирученного волка, их нужно переобучать, чтобы они стали такими же. И так дальше, и дальше, и дальше. И это без вариантов все. Что они там будут более лояльными или доброжелательными. С волками-то тоже пробовали, ничего не вышло. Лисы подходящие, да, нормально. Все это правда. Люди категории к этой, такой же, как лисы, не относятся. Их тоже каждый раз надо переобучать. Вот. Но если кого расстроил, приношу свои извинения. А так всех благ. Будьте здоровы. Берегите себя, люди.